Но меня почему-то вдохновил этот невероятный миф. И после того, как я нашел способ уменьшения неорганики, я стал думать, вдруг это возможно из живой материи. Глупости, да? Вот и нет. Оказывается, это возможно. Уважаемые гости, представляю вам разработку, сулящую переворот в военном искусстве. Желтый шершень. Желтый шершень — это многоцелевой боевой комплекс, позволяющий оператору менять свои размеры для достижения максимального преимущества над врагом. Мы живем в век, когда наше оружие не способно обеспечить должной защиты из-за постоянного наблюдения врага. Пора вернуться в те времена, когда можно было противостоять угрозам для нашей свободы и наших ценностей. Желтый шершень способен решить исход противостояний в любых точках геополитического ландшафта, оставаясь невидимым. Эффективен как для упреждающих ударов, так и в открытом конфликте. Области применения включают разведку, промышленные диверсии и ликвидацию препятствий на пути к миру. Один единственный желтый шершень предлагает пользователю глобальную сферу защиты его интересов. Недалек тот день, когда армия желтых шершней создаст на планете условия для всеобщего процветания и благополучия.